Мне так нравится эта мелодия. Мне тоже. Слушай, мне всегда хочется спать под нее. Так и должно быть, Бинго, это колыбельная. Эту куклу папа подарил моей маме, когда я родилась. Как мило! Золушка, какая была твоя мама, ты помнишь? Она, наверное, была такая же красивая и добрая, как ее дочь. Да, моя мама была замечательная. Нам с ней было так хорошо. Воспоминания о моей маме. Моя мамочка была очень красивая и добрая. Ее руки всегда были теплыми, а на ее лице всегда была улыбка. К сожалению, ее не стало, когда я была еще совсем маленькая, поэтому я ее не очень хорошо помню. Как жаль! Наверное, тяжело вот так расти совсем одной. Бинго! И если я что-нибудь вспомню, то обязательно вам расскажу. О, что ж такое-то? Наверное, дерево рассохлось. А ты чего ждала? Этому дому уже миллион лет. Бинго! Что это за шум? Золушка, дерево! Отлично, Пьер. Срежь еще вон ту ветку. Ну, жалко такое старое дерево. Ну и что? Пили, я сказала. Это один из ее капризов. И спили еще одну с другой стороны. Ты меня слышишь, Пьер? Да, мадам. Просто трудно достать. Зачем вы отпиливаете ветки? Потому что они мешают. Они загораживают весь вид из моего окна и заслоняют весь солнечный свет. Пьер, быстрее! Какая красота! Теперь вид из окна почти совершенен. Пьер, ты хорошо потрудился. Спасибо, мэм. Золушка, я хочу, чтобы ты убрала отсюда все эти ветки. Да, мэм, конечно. Она в плохом настроении. Как жаль спиливать такую красоту. Это был настоящий шедевр природы. Мисс Фрэнсис всегда говорила, что это ее любимое дерево. Ты говоришь о моей маме? Да, она приходила сюда каждый день, кроме тех, когда шел дождь. Она играла тут с тобой часами. Я помню. У нее был такой заразительный смех. Да, это так. Ты так похожа на свою маму, когда она была молодой. Не могу поверить, что герцогиня заставила обрезать ее любимое дерево. Наверное, она не знала, что с этим деревом связано столько воспоминаний, но теперь уже слишком поздно. Все, что мы можем сделать, это убрать ветки. Миша, иди сюда, плохой кот. Я тебе покажу. А ну стой, Миша. Почему мы не можем поехать сегодня в город? Я хотела купить себе новое платье для концерта на следующей неделе. Ни за что. Мама, Лиза не перестает говорить о том, какой прекрасной наездницей она стала после того, как ей купили собственную лошадь. Поздравь ее от меня. Тогда можно мне надеть то роскошное платье, которое ты купила недавно? Нет, нельзя. Я купила его для того дня, когда вас пригласят во дворец. Мама, я видела такую красивую белую лошадь. Может, купим ее? Пожалуйста, мы сможем ездить на ней в город, представляешь? Я устала от вас, больше ни слова. Но, мама, мама, о боже. Мама! Золушка, Золушка, скорее иди сюда, нам нужна помощь.
Это все из-за тебя. Она споткнулась о ветке, которую ты не убрала. Извините. Тут нет ничьей вины, девочки. Она упала от головокружения. Ветки тут ни при чем. Случай очень серьезный. Я пробуду тут всю ночь. Но вы можете спасти ее. Мама, пожалуйста, открой глаза, не оставляй нас. Ты нужна нам. Ну как, доктор? Улучшений нет. Пожалуйста, доктор Ной, вы должны спасти ее. Поверь мне, этим я и занимаюсь, но для этого мне потребуется особое лекарственное растение. Какое? Очень редкое растение, но оно способно победить почти любую инфекцию. Чудесное лекарство. Его целебные свойства известны уже много лет, но, к сожалению, оно растет только в одном месте, за границами королевства Эмеральд. В лесу, к северу. По легенде, там обитают злые духи. Многие люди пытались войти в этот лес, чтобы достать это растение. Но невредимыми возвращались только те, кто ничего не достал. Это большой риск идти туда. Я хочу взять на себя этот риск, сэр. Нет, это слишком опасно. Золушка, прошу, иди обратно. Я сам схожу за травой. Нет, Пьер, ты должен остаться здесь. Ты нужен им здесь. Но... Не волнуйся. Я уверена, что злые духи – это всего лишь легенда. На улице холодно. Закутайся как следует. Хорошо, и перестань так волноваться. Думаете, эти злые духи вправду существуют? Ну, зачем она так рискует собой, особенно ради этой вредной мачехи? Надо остановить ее. Вы прекрасно знаете, что уж если Золушка вбила себе что-нибудь в прекрасную голову, тоже ничего не поделает. Да, да, да. Осторожнее, дорогая. Я вернусь целой и невредимой, вот увидишь. Золушка. Мисс Паулет. Думаю, ты делаешь ошибку, дорогая. Ты никогда не видела этот лес, и ты не знаешь, какие опасности тебя там могут подстерегать. Но я должна попытаться достать эти травы для мачехи. Разве ты не боишься? Это темное место. Единственное, чего я боюсь, это не успеть помочь ей. Но раз ты решила, мне придется поехать с тобой. Вы сделаете это для меня? Конечно, но нам потребуется охрана. О, Патч, ты тоже решил поехать? Ну, вообще-то это решили за меня. Я так рада, что мои друзья со мной. Вперед! Впервые я встретила твою маму во время урока рисования в лесу, недалеко от твоего дома. Мама рисовала? О, да. Но мы больше болтали, чем рисовали. Нам всегда было весело вместе. Когда она решала что-нибудь нарисовать, то создавала настоящий шедевр. И тогда глаза ее блестели, как у ребенка, желание которого исполнилось. Красиво. Не говори, что ты уже закончила. Когда я смотрю на зелень деревьев и холодную голубизну небес, мне хочется чего-то. А тебе, Паулет? Да, но... Фрэнсис всегда заставляла радоваться всех, кто был рядом.
как холодно. Твоя мама была полна жизни. Ты моя лучшая подруга. Если что-нибудь случится со мной, ты приглядишь за моей девочкой? Конечно, так, как будто она моя собственная дочь. Спасибо. Я уверена, что в тот день она уже знала, что тяжело больна. И она хотела быть уверена, что ты никогда не будешь одна. Именно из-за этого обещания, данного твоей матери, я всегда наблюдаю за тобой, дорогая Золушка. Я очень благодарна вам за это. Спасибо, Паулет. Мы почти доехали до леса. Ты уверена, что хочешь сделать это? Да. Но после того, как мы войдем в лес, мы не позволим ничему помешать нам, хорошо? Что бы ни случилось, нам нужно идти вперед. Всегда идти только вперед, если мы хотим достать эти травы, хорошо? Просто не обращай внимания. Тише, малыш, все в порядке. Я не могу использовать свою магию здесь. Это только разозлит духов леса, и мы не сможем достать лекарства. Нам придется остановиться. Равен боится и отказывается идти дальше. Все нормально. Мы просто пойдем дальше пешком. Духи леса, вы слышите меня? Уходите. Вам здесь не место. Оставьте нас. Оставьте. Что нам делать? Это всего лишь иллюзия, дорогая. Продолжай идти. Золушка, мне тут не нравится. Может, вернемся домой? Нет, пока я не достану эти травы. Уходите! Вам тут не рады. Ты должна идти дальше. Идите домой. Оставьте нас в покое. Я не могу. Пока я не достану лечебные растения, чтобы вылечить мою мачеху. Сначала тебе придется справиться со мной. Иди дальше. Уходи. Мы не хотим видеть тебя в нашем лесу. Ты нам не нужна. Уходите! Вы топчете наши корни! Пожалуйста, мне нужно лишь немного лечебных трав. Что ты собираешься делать с нашими волшебными травами? Отвечаю прямо, девчонка! Я бы хотела взять немного, чтобы помочь моей мачехе. Прошу вас, это очень важно. Но твоя мачеха общалась с тобой жестоко. Она заставляла делать тебя всю работу по дому. Она кричала на тебя, зачем ты рискуешь ради нее. Потому что у нее две дочери, которым она нужна. Она строгая, но я должна помочь ей. У тебя доброе сердце. Это редкость в наши дни. Вот я позволю взять тебе то, зачем ты пришла. Но сначала ты должна пройти проверку. Еще не поздно отказаться.
Золушка, ты можешь упасть. Я пойду. Золушка! Не волнуйся, с ней будет все в порядке. Я чувствую, что ее кто-то оберегает. Золушка! Мама? В тот день я ничего не могла поделать, но сейчас все не так. Если я струшу, особенно в такой ситуации, я никогда не смогу простить себе этого. Никогда. Она в порядке? Патч, у меня получилось! Она точно в порядке, Золушка! Золушка, мой храбрый, славный ангелочек! Эти травы содержат дух жизни, деревьев, земли и воды этого леса. Бери их и скорее возвращайся домой. О, Фрэнсис, мама, это ты? Золушка, никогда не теряй той доброты, которая привела тебя сюда. Не потеряю, мама. Спасибо, что присматриваешь за мной. Пойдем, пора возвращаться. Верно. Открыла глаза. О, мама! Как вы себя чувствуете, герцогиня? Мне снился лес, полный привидений. Почему вы плачете? Герцогиня вне опасности, благодаря тебе. Благодаря ей я увидела свою маму. Золушка, почему наш завтрак еще не готов? Нет, это не похоже на герцогиню. Как жаль. Прекратите дразнить ее, она моя мачеха, и мы должны уважать ее. Золушка, Золушка, иду. С давних времен известно, что у деревьев есть душа. Они защищают людей, поэтому мы должны уважать их. Не бросай землю так сильно, Золушка. Ее нужно аккуратно положить вокруг ростка. Он еще совсем маленький. Может, у нее еще температура? Определенно. Она посадила новое дерево. Вот так. Извини меня, пожалуйста, что я отрезала тебе ветви. Я не хотела. Чтобы показать тебе мое глубокое уважение, я посадила это молодое деревце. Вы в порядке? Ты в порядке? Лучше не бывало.